К слову, США не будут торопиться с выводом войск из Сирии, вопреки более ранним обещаниям. Об этом почти одновременно заявили американский президент Дональд Трамп и его советник по безопасности Джон Болтон. Трамп и вовсе заявил журналистам, что не обещал скорого выхода американских военных из Арабской Республики. Мы уходим из Сирии, мы выведем оттуда наши войска. Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро. А Джон Болтон в ходе своего визита в Израиль отметил, что у США есть определенные условия для вывода войск. В частности, речь идет о полном уничтожении боевиков, запрещенного в России ИГИЛ, а также о предоставлении защиты курдам, которых поддерживает Вашингтон. Это противоречит предыдущим заявлениям Трампа. В конце прошлого года он сказал, что США полностью выводят войска из Сирии, поскольку террористы там уничтожены. Это привело к конфликту американского президента с одним из самых влиятельных министров. Прошение об отставке подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.